Смотрите, у меня есть такая волшебная книжка, называется «50 заданий, которые просто необходимо выполнить за всю твою жизнь». Она очень интересная, там очень много интересных заданий. Я из них уже выполнила где-то 50, мне осталось еще 450. Смотрите, одно из заданий. Я сейчас набираю любой номер телефона, и моя задача спеть тому человеку, который будет на проводе, «Happy birthday to you». Давайте мы с вами попробуем, мне самой интересно, что у нас получится. Итак, набираем 8. Так, 985, 58, 91 и 3. Есть, у нас получилось. А, нет, еще надо две цифры. 45. 8, 985, 589, 13, 45. Это кому же сегодня повезет и кому я сегодня спою Happy Birthday to You? Данный вид связи недоступен для абонента. Ладно, набираем попытка номер 2. Алиса сейчас сделала вот такое вот лицо. Так, 8, 926, 55, 78, 12. А еще одна цифра 8. Итак, кому же повезет сегодня? Кто выиграет бинго? Тишина. Пока никто не... Ага, так, завершите. Сейчас еще раз попробуем этот же номер набрать. Что-то у нас пока не идет. Сейчас еще раз попробуем. Я сама немного волнуюсь. Но я же должна выполнить это задание. Как и задание погулять золотой рыбкой по городу. А еще в пижаме сходить на просмотр. Кто желающий сходить в пижаме в кинотеатр, звоните. Мы с вами обязательно сходим. Так, опять. Ладно, поехали дальше. Отлично, 8, 929, 12, 7, 6, 1, 2 и 7. Звоним, попытка number 3. Да это что такое number? Набранный мной номер не обслуживается. Так, пробуем дальше. Так, поехали. 8, 985, 145, 76, 38. Кто станет этим счастливчиком-то у нас сегодня в конце-то концов? Я потом скажу реакцию на конце провода. Если мы сегодня... Я надеюсь, что мы сегодня дозвонимся. Да это что такое? Абонент временно заблокирован. Никто сегодня просто не хочет, чтобы ему спели Happy Birthday to you. Так, 8, 916, 73, 24, 89, 23. Так, один лишний. Отлично. Поехали. Кто же будет этим счастливчиком? Это что такое? Нет, оказывается, это так сложно сделать. Давайте еще раз попробуем этот номер набрать. Я думала, что это так просто. Так, хорошо. Ну, я же настырная. 8, 916, 456, 789 и 2 поставим. Посмотрим, что у нас в этот раз получится. Я, правда, пою не очень, но я постараюсь. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday тебя. С днем рождения! Ну как это с каким? Просто с днем рождения. Там, кстати, мужчина на проводе. У вас поднялось настроение? Отлично! Я поздравляю вас с сегодняшним днем, сегодняшним замечательным днем и желаю всего хорошего, хорошего дня. Кстати, как вас зовут? Анатолий, меня зовут Лара. Тогда до свидания, хорошего дня. Это у меня такое задание в книжке написано. Надо позвонить какому-нибудь незнакомому набранному номеру и спеть ему Happy Birthday to you. Вот, я это сделала. И подняла вам настроение. Да ведь? И знаете, вы мне своим смехом тоже подняли настроение.
Я тоже. Есть! Меня поздравили с выполненным заданием. Хорошего вам дня. До свидания. Всего доброго. Ребят, поднимайте друг другу настроение. Видите, мы поговорили нормально с совершенно незнакомым человеком. А кто его знает, может быть, это мой муж. Будущее. Все, всего доброго. Всем пока-пока. С вами была Лара Шум. Пошумели?